очень тяжело. Погода как за нас, так за противника. Сегодня победа была очень важна, потому что следующий матч финал кубок, и нужно за как мы будем чувствовать хорошо. И я думаю, хочу сказать спасибо каждый игрок сегодня. Сегодня мы была команда, вместе играли. И как играем, так каждый раз можно выиграть.